очень важно позволять себе маленькие радости и не отказывать себе в каких-то вещах, которые хочется для себя сделать вот прям в данный конкретный момент. Иногда бывает так, что мы приходим в магазин и встречаем там какую-то совершенно, может быть, даже ненужную на первый взгляд вещь. Например, встретила какой-то плед, который очень понравился. Вот если его позволить себе купить и принести домой, то вполне возможно, что этот плед станет одним из любимых игрушек ребенка. И для него потом это будет всегда такой поддержкой, что у него в детстве был плед, и он в любой момент сможет себе завести такой же плед уже во взрослом своем возрасте. И для него это будет большим ресурсом, таким, как который из детства, и приятные воспоминания тоже.